не верится, что мы сбежали от Пипламп. Наверное, ты не знаешь, но с того дня, как ты меня спасла, о тебе говорят по всей школе. Как же все об этом прознали? Я рассказала маме в надежде, что она будет меньше злиться, если узнает все от меня. Она, похоже, рассказала другим учителям, а те... Что ж, новости распространяются быстро. Увы, она разозлилась еще сильнее, чем я предполагала. Зная она, чем мы занимаемся, непременно гордилась бы тобой. Зная она больше о том, что я делаю, она впредь бы не спускала с меня глаз. Сочувствую. А констебль Сингер что-то сделала с собранными доказательствами? Ничегошеньки. Харлоу все так же силен. Кто-то должен его остановить. Или мы, или констебль Сингер. Если кто-то остановил бы таких чудовищ в Мотобелиленде, отец все еще был бы жив. А что именно случилось с твоим отцом? Был прекрасный день. Мама присматривала за хворающим соседом, а мы с отцом галопом мчались по саванне. Галопом? Я так понимаю, твой отец был анимагом. Он мог превращаться в величественного жирафа. Я каталась у него на спине, обнимая его за шею. Мы уже возвращались домой, когда встретились с шайкой бандитов, выходивших из нашего селения. Один из них увидел меня, когда снимал с лица платок. Он что-то прокричал и прицелился. Он не хотел, чтобы ты его узнала. Именно. Отец моментально наклонил шею, чтобы защитить меня, и был ранен. Падая, отец превратился обратно в человека. Когда бандиты это увидали, то в страхе бросились на утек. Волшебство их до смерти пугало. А потом его не стало. Это была моя вина. Твоя? В каком смысле? Он погиб, защищая меня. Если бы я могла защитить себя, он бы тогда остался жив. Мы с мамой пытались жить дальше, но там это оказалось невыносимо. Спустя несколько лет мы перебрались в Шотландию. Сочувствую, Нати. Не представляю, что тебе пришлось пережить. Твой отец был замечательным. Это так. Невероятно замечательным. Спасибо за теплые слова. Каждый несет свою ношу. Так говаривал мой отец. Да, я помню. Дождь проливается не только на одну крышу. Именно. Вскоре мы покончим с пипламбами, начиная с Харлоу. А когда мы уничтожим его, то займемся Руквудом. Мы движемся к цели и добьемся своего. Спасибо еще раз за то, что спасла меня. Твой поступок выше всяких похвал. Иногда мне бывает так. Нати, все хорошо? Знаешь, временами я забываю о том, что отец погиб, и успокаиваюсь на день-другой. Но не сегодня. Я ужасно скучаю по нему. Потому как мы резвились вместе. Скучаю по Мотобелиленду. Это все я виновата. Он был бы здесь, если бы не я. Ты не виновата, Натти. Ты никакими силами не могла его спасти. И мама так говорит. Но он погиб, защищая меня, и я не могу не винить в этом себя. Я проигрываю в голове тот ужасный момент чаще, чем мне хотелось бы. Мне кажется, что я не буду чувствовать себя настолько беспомощной, если мне удастся покончить с Харлоу и прочими прихвостнями Руквуда. Оставаясь на свободе, они натворят много зла. А страдать и дальше будут такие люди, как Арчи Бикл. Это правда, Нати. Мы их одолеем. Вот бы всем людям твою целеустремленность. Спасибо. Я верю, что у нас выйдет их одолеть. Начиная с Харлоу. Спасибо, что поговорила со мной. Это очень помогает. Здесь может быть опасно, поэтому стоит вести себя поосторожнее. Привет. Ты что-то хотела? О, да, хвала небесам. Мое имя Грейс Пинчсмедли. И да, я из тех самых Пинчсмедли, что из Бата. Я так надеялась, что кто-нибудь сюда придет. А то я уже готова была нарушить волю отца, хоть потом никогда бы себе этого не простила. Видишь ли,
Мне нужно достать со дна озера одну вещь. Не можешь ли ты мне с этим помочь? То есть мне нужно будет нырнуть в озеро? Звучит интересно. Прекрасно. Я очень надеялась на такой ответ. А что нужно отыскать? Много лет назад мой дедушка, считавший себя настоящим астрономом, отправился с бабушкой со станции Хоксмит в короткое плавание, чтобы понаблюдать за звездами. Во всяком случае, таков был план. Но они так и не вернулись. Мне очень жаль. Что с ними случилось? Никто не знает, что там произошло, но ни они, ни лодка из этого плавания так и не вернулись. Предполагается, что они утонули. Мой отец так горевал, что навсегда запретил кому-либо из нашей семьи даже приближаться к Черному озеру. Той ночью вместе с ними пропала ценная семейная реликвия — астролябия. Если ты нырнешь в озеро и достанешь ее, надеюсь, отец хоть немного утешится. Даже не знаю, рисковать жизнью ради ненужной, но памятной вещицы? Я понимаю. Но если вернешь мне астролябию, я буду вечно признательна. А если найдешь там еще что-то, можешь забрать себе. Я проанализировала последнее предполагаемое местонахождение судна, топографию озера, карты глубины и график приливов. Поэтому уверена, что она где-то здесь, ярдах в 200 от пристани. Мы будем счастливы, если тебе удастся вернуть нам дедушкину астролябию. Надеюсь, ты найдешь эту астролябию. Она очень много значит для нашей семьи. Похоже, ее астролябия где-то к северо-востоку от причала. Нужно нырнуть и посмотреть. Сказать Грейс, что мне удалось найти ее семейную астролябию. Я так понимаю, тебе удалось нырнуть на дно без особого труда. Привет, Грейс. Следуя твоим указаниям, я нырнула на дно Черного озера. Ну надо же! И тебе удалось найти астролябию? Да, но... Знаешь, вещи впрямь симпатичные, так что я оставлю ее себе. Что? Но так же нельзя! Она ведь не твоя! Кто нашел, тот и взял, Грейс. Я просто поверить не могу. Из-за дурацкой клятвы отцу наша семья потеряла бесценную семейную реликвию. Надеюсь, астролябия не принесет тебе ничего, кроме страданий. Если тебе вообще хватит ума понять, как ее использовать. Так и знала, что надо было самой нырять. И к черту желание отца! Oh,
профессор Ховен ни за что в это не поверит. Вот бы сейчас грибной похлёбки. Мимо! Давай еще разок, несите! Ривель! Люмос! Здесь может быть опасно, поэтому стоит вести себя поосторожнее. Прекрати! Ты нас не остановишь! Круто! Может, не будем тянуть? Сбивай! Какой это будет бесславный конец? Ривель! Что это было? По-моему, тут кто-то есть. Как медленно! Круто! Отправляетесь на поиски новых приключений? Бомбарда! Ривель! Люмос! Интересно, нет ли там Ранрака с его приспешниками? Ривель!
Лодгака здесь нет. Видимо, он уже внутри.